Постепенно мы с вами вступаем в эпоху высокотехнологичной медицины. Вместо того, чтобы ходить к врачу на ЭКГ, вы можете купить вот такой вот простенький кожух для айфона, обработает данные моего сердца, сгенерирует ЭКГ по интернету, перебросит эти данные врачу. Я уже упоминал iPhone как одну из платформ. Только для этой платформы написано более 20 тысяч приложений из области медицины. Ну, скажем, есть программа, позволяющая вам проверить, не является ли контрафактным или поддельным то лекарство, которое вы купили. Нано-микросхема, которая наносится в виде такой татуировки, сигнализирует, скажем, о том, что вы подцепили какие-то вирусы. Зеркала, которые будут проводить анализ вашего состояния здоровья по цвету вашего лица, могут быть даже памперсы, которые будут присылать вам СМС. Можно уже будет выпускать и персонализированные лекарства, потому что далеко не всем, скажем, полезен аспирин. Мы сможем собирать для каждого человека некий уникальный терапевтический коктейль. Такие технологии должны помогать нам не просто быстрее выздоравливать, но, строго говоря, вообще не заболевать. Стоим на пороге трансформации взрослых стволовых клеток в практически такие квазиэмбриональные, плюрипатентные стволовые клетки. Это будет фактически равнозначно обнаружению молодильных яблок. Медицинское учреждение на сегодняшний день в мире даже самое лучшее с точки зрения получения интегративной медицинской помощи, чтобы человек мог прийти и знать, что вот если кто-то в мире, в этой вселенной может, кроме Господа Бога, решить проблему, то это будут вот эти врачи. Вот есть такое место? Скажите, пожалуйста, как соотносятся ваши дистанционные программы по диагностике и лечению со страховой медициной? Кто их оплачивает? Средства, которые необходимо вложить для обеспечения безопасности, тоже очень сомнительными результатами таковы, что проект просто может не стартовать. Какова ситуация с этим в других странах и что вы думаете, как с этим бороться? Будет ли кто-то и кто будет глобальным регулятором в этой области? Будет это FDA? Будет это ВОЗ? Вопрос о возможном использовании RFID-меток пассивных, без батареек. Мы разрабатываем софт, и хотелось бы, конечно, научиться на этом деле зарабатывать деньги. И ты вообще только про айфоны говоришь, а на андроиде ничего нету. Если мы найдем способ борьбы с раком легких, люди перестанут бросать курить, боясь рака легких. А что вы думаете о Google Health и, собственно, будущем этого сервиса? Технология, которую ты представляешь, не кажется, что она может стать оружием? Я потрясен. Это не доклад, фантастическая лекция. Как все это будет выглядеть вместе? И как все это будет выглядеть у нас в России? Это город-миллионник, 6-8 месяцев и готовая цифровая медицина. Как врачи будут узнавать о том, что эти технологии есть, узнавать, как ими пользоваться и начинать пользоваться? Зарплата врача составляет 12-15 тысяч рублей. Может быть, это проблема? Но все почему-то приехали на мерседесах сюда. Вот как раз этот-то вопрос я даже Дэниелу хотел бы задать. Врачи готовы, врачи хотят. Я сегодня ехал с работы, и мне на сотовый телефон пришла смс-ка, что 3 минуты в третьей операционной выше 170, обрати внимание. Вот сколько лет осталось в современной медицине с врачами-людьми? Датчики, ДНК-секвенирование. Вот, и зайду в четвертую операционную, где угодно, когда угодно. Потому что телемедицина не специальная. Телемедицина – это компьютерная грамотность врача.